хоккее важна победа и в матче, в так называемом кулачном бою. Хозяева справились с обеими задачами на отлично. Если в первой встрече против Рысти наши потеряли преимущество в 2 шайбы, а после еще и проиграли матч, то во втором поединке взяли реванш. Нас подвела игровая дисциплина. Достаточно много удалялись практически. Там целый период в меньшинстве играли. Соперник воспользовался этим. Ну, а что касается сегодняшней игры, да, такая игра, ну, хоккей был настоящий, который приятно играть и который, наверное, приятно смотреть зрителям. Красивые атаки хозяев, силовые действия и яростные стычки. Самое важное – четко заброшенные шайбы. Путь к победе начал нападающий «Динамо» Гафар Сатаров, а спустя 10 минут преимущество хозяев удвоил Виталий Коньков, реализовав большинство. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В последние 20 минутки барнаульцы забросили еще одну. В итоге счет 4-1. Наши победили. Боевая такая, задорная. Ну, соперник нас тоже наказал за сегодняшние ошибки, но мы в атаке ничего не смогли сегодня создать. Сыграл очень прилично вратарь. И правда, наш голкипер Никита Ложкин отразил 25 бросков и на протяжении всего матча отважно защищал ворота. «Динамо Алтай» продолжает лидировать в турнирной таблице с активом 48 очков. Сегодня у команды выходной. 2 оставшихся матча состоятся в эти выходные на Титов-арене в 17:00. Поболеем за наших вместе. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.